В Гродно перекрыли канал поставки контрафактного алкоголя из России. Почти 15 тысяч литров на 300 тысяч рублей – самая крупная в стране партия с начала года. Практически одновременно оперативники в Гродно и на ближайших к нему трассах задержали несколько машин. Каждая была заполнена пластиковыми бутылками со спиртом. Через несколько часов еще часть специалисты обнаружили в квартире и загородном доме жительницы Гродно. Все бутылки были одинаково маркированы, упакованы, произведены на одном российском заводе. По словам специалистов, не исключено, что это была так называемая новогодняя поставка. Административные протоколы составлены в отношении 4 граждан. На данный момент изъяты также 2 автомобиля, в которых перемещалась контрафактная спиртосодержащая жидкость. Лица, в отношении которых ведется административный процесс, на сегодняшний день сотрудникам органов внутренних дел поясняют, что вся контрафактная спиртосодержащая жидкость должна была использоваться в личных целях. Пока попавшимся на перевозке алкоголя грозит штраф до 2500 рублей. Если окажется, что перевозки были регулярными, административное дело превратится в уголовное.